А я в кого веревку забираю, подожди. А я в фиолетовой клетке. Фиолетовый, да? Давай. Когда первая бомба на ДП. Давайте увидим, может быть, хотя бы что-то. Смотрите, сейчас еще на пуле колеса будут, осторожно. Какие колеса? Колеса. Ну, колеса будут и этот фиолетовый. А, это. Фиолетовая прей подробно. Ну, фиолетовая пил. Ой. Леш, запусти пул макрос. У меня мой забился. Какая ты. Так, я забираю тизер. Ну, что, я пока что не я хера. Забираю тизер и это. Я тут вообще все забираю. Так, мне в центре босс дали? Я чуть в краю. Вот, чуть-чуть подальше отойди. Йоу. Йоу. Леш, на 6. Ладно, все, оставь. Вот эту хуйню под жопу, короче. Да, это лучше под жопу, всегда. Сейчас будет бомба. Сейчас бомба, ребят. Сейчас. Или на твою позицию, куда тебе сказали? Что? Не говорили. Давай. Справа ты стоишь, чем от босса. Сейчас бомба, готовьтесь. Какая бомба? Куда бомба? Что делать-то? Да никто не хочет, не верит. Так, в центр, код. Лёша, ты снизу выбираешь. Угу. У меня берсерка не будет. Так. Ну, будет. Да, и когда он так прыгает, нельзя на нем стоять. Да, понял. О, а как ты умеешь? А, ну тебе будет. Ну, у меня 146 тысяч прилетело. Ну, давай. Давайте, в общем, попробуем коту клеточку помочь. А чё ему прилетело? Ну, я не знаю, мне как-то штучка тупо. Когда он взлетал, он мне просто пил сделал, всё. Что, может быть? То есть под ним потом взлетать нельзя смотреть, а стоит? Да всё равно вайпнет. Да пусть, типа, хотя бы он ну чё я буду, запустите меня обратно. Ай. Ай. Так, смотрите, когда босс подлетает, вот кастует... что он там кастует, не помню. А, зумал. Вот. Он... Вот, надо стоять на макс ранже. На макс милли ранже, в общем. Это на что? А, все, понял, хорошо. Вот, 15% уже снесли. Молодцы. Уже там и не за горами, да. Вот. Майл, вот, да, твоя бомба. Ну понял, куда стоит. Короче, у меня бы на клетку не было бы берса. Да было бы у тебя все. У тебя бы в клетке, ты, короче, пока летел бы туда, пока все у тебя бы отподошлось. Еще раз назовешь ставки. Я тебе так подергал за хвост, что отрублю его. Леш, только засейвили, релиз и инфурейт. А? Так у меня получится два пулки? Два хватит, да, там. А Rough Intuition можно на пуле взять? Можно. Ну типа, чтобы стак получить. Можно, но нет смысла, там нету смысла в этом стаке. Угу. Лёш, давай канву. Так, а я успею 10 ударов-то прожать? Нет, ты вообще не для тебя, здесь все будет очень плохо. Лишь канву там... дать? На пуле, короче. Окей. I got it. Лёш, твой, Макс. А мой? Блин, здесь, ты блин. Ой, чё-то рано. Ну сброси, о. Давай сброшу. Давай, быстро. Всё, давай, сбросил. Мы начинаем, а не начинаем. Так мы... Пуляем. Да, пуляем.
Ай. Там бьют букет. А, я понял. А вот я лучше не сразу на 6, а чуть-чуть буквально стараюсь. Я теперь понял, зачем. Хорошо. Ай. Бля, товарищ. Ум. А, нет. Это ум. Так, сейчас скажу, как их идет или нет. Верно, забираешь веревку и становишься в дырочку. Леша, центр. Какую дырочку? Стоп. Леша, центр. Как, которая дымится. Это к ней идти или нет? Подождите. Забирай веревку и там станешь в дырочку. На... Так мне нужно подойти туда. Ай. А моба может обрядок. Да он не болен. А, окей. Все, и стой, хиляйся, купол там какой-нибудь. Хилки обычно не работают. Да реально? Моб отталкивает. Все, бафнул эту хуйню, вешай на себя стун скины. Йо. Хил не работает, можешь этот эссеншл закинуть сюда? Бля. Ну я убил этого челика, короче. Ладно, нет. Первый эссеншл сделали. А, чё он сейчас заебил? Это Бастер. Какой Бастер? Какой Бастер? Меня не предупредил. Леш, провоку. Ой, блин, я случайно нажал. Не, я так не успел. Опять хиловка. А что мне это делать? Да куда мне вести её? А вообще, куда мне вести? Но мне про что делать? Инферно. Я бы... Послушай, тихо, подождите, дайте сказать. Инферно, ты меня слышишь? Ну да. Короче, послушай. У тебя там больше шансов, чем у меня. Подожди. Ой, я с котом, короче, куда-то полетел. Ты мне отдал просто. А почему на хиле была бомба? А мне кажется, потому что она стреляет. Инферно, послушай меня. Танкбастер сразу же будет после... Если первый сет клеток будет на ДПСе, да, то есть будет милишная и кастерская клетка, как только робот приземлится, сразу же будет танкбастер. То есть ты сразу же должен будешь готовить к тому, чтобы захиливать танка. Пробивать его там будет охуеть как. Тем более это вар. У него тупо галимый венженс и все, то есть его пиздец там будет капитально, то есть ты готовься к тому, чтобы закинуть. Какое? Ты что, у тебя венженс, аунтейшн, нербис? А если ты втирай, то кому-нибудь на танке не играет. Короче, не в этом разговор. Смотри, да подожди, что я здесь забыл? Что? Что ты мне хочешь сказать? Ну скажи. Да смайл, ну блин, Цири, короче, мейн танк в своем статике, лол. Ну, а я он барышня. Я тоже мейн танк в своем статике. Не, просто, ну там, ладно, короче, я ничего не буду говорить. Короче, да я пытаюсь сказать то, я пытаюсь просто ему момент сказать, про который он нужно мониторить. Всё, подожди, а чё приколюху? Если... Ну подожди, дай сказать. Смотри, так, я говорю, если первый сет клеток это именно ДПСерский, да, то есть бомба упадет на ДПСера и будет клетка синего цвета и фиолетового цвета, если так проще будет, то значит готовься захиливать танкбастер. Если первая клетка была хиловская, ты остался наружу, танкбастер будет не сразу же. Короче, Инферно, давай проще. Возьми босса фокус таргет, а блендер бум это танкбастер. А, тогда все понятно. Короче, Инферно, такая фишка есть, там типа если переводить босса, то он там два танкбастера кидает подряд. Куда переводить? Подожди. Если адлоки не критуют, это жопа полная. А куда переводить? Чё проверить? Нет, это тебе не грозит пока. Не беспокойтесь. А чё на мне бомба-то бывает? Она должна была быть или не должна? Это скорее всего из нашего сетапа, так? Так она вообще на мне должна быть? Или нет? Да, должна быть. Ну, одна только, не две на хилах должны быть. Короче, так, одна на мне. А, в смысле, а вторая на мне была. А, то есть, одна вообще на любом хиле должна быть, а вторая на ком-то другом. Не хиле. Так что... Mm-hmm. Ну, в обычном случае, получается, одна бомба на одном из милишников, другая на одном из хилов. Ага. У нас милишник только один. Так ее просто в сторону, типа, отвести эту бомбу и все. Ну да. Чтобы никого не шмякнуло. Yep. О, блин, Оскар, блин. О, блин.
Ухожу сейчас. Да. Очень поздно, Бер. Угу. Леша, Лэнджи, да, тогда надо просто бьет. Не знаю. Окей. Если танк бот может взять. Я тут одну Бенджи, а там скажусь, у нас Лэнджи там бред. Ай. Лёша в центр. Интересно, какая клетка. Мне в центр, мне на. Мне кому передать? Всё, всё, ничего, всё. Ребят, спреем, не паникуйте, просто отдавайте мне в центр. Если это не выйдете. Лёш, ты сможешь тратить, короче. Всё. У тебя и релиз, и инфурит откатится. Следующий бита скет. Так, что-то не будет. Нет. В принципе, шипан тоже. Сейчас бастер будет. Если тебе где-то 1010 нанесет на шипах, это не шипах. Угу. Вот следующий ответ, это кинкастер. Кин через них. Бастер пошел. Там бастер. Бастер. Кинь через центр, кинь через нитку, кастер через центр. А я не участвую, правильно? А, не, сори. Я же тут говорю. Всё, кастер, нитку, центр. Берёшь нитку, да. Я нитку, да? Да. От нитка нам не нужно. Да, всё. И давай ДПС там этого чувака. 20 секунд убить его надо. Лучше про подлог не забываем. Вот. Да, отлично. Он что-то делает ещё? Нет, мне просто его надо себе пойти. Подлог. Кажется, когда бить можно. А ты смотри, как подлог умрет. А, точно, да. Ага, вижу. Ну, я не успел. Лол. Так. Вапл клима все дал. Верса не было. А, почему верса не было? Ну я его на ту клетку прожал. Так, на ту клетку не нужен, да? Блин. Понял. Надо было предупреждать. Надо было. Ну, наверное, надо было отказать. Вот. О, так не откатить. Бегать, да? Бегать. И дрить. Да. Что творится, товарищи? Какой-то бум-бим-бам-бум. Да, я, блин, думал, на первую Миш клетку нужен Герф. Нет, я что-то смотрю, там моб с Фелклива просто рассыпался. Люди, можно мне минутку? Я отойду. Короче, Леш, смотри, в общем, у тебя есть два варианта. Первая клетка танка, клетка, да? Угу. Вот, тогда ты не можешь прожать этот релиз и инфурирует. Герф нельзя же. Угу. Вот, либо первая клетка... Ну вот ДПСерская принца может тогда прожать все, то есть Vengeance, Infuriate, Fulclif, ой, Infuriate, да. Не так вот там. Релиз и версия. Короче, подожди, вот сейчас у меня была вот эта клетка, короче, которая там синяя такая с этой. Это танковская. Нет, вот, нет, подожди. Первая клетка у меня был моб, который толкается. Это чья клетка? Это танковская. Ну вот, там моб вообще слабак. Да, тебе его без берса. Все, понял. Танка клетку без берса. А да. ДПС клетку с берсом. Да, все. Все, вот, окей. Это не проблема. А, так, а теперь по цветам. Как выглядят ДПС клетка и танка клетка? ДПС фиолетовая, танковская синяя. Все, окей. Ну, так, и вот этот вот, как его. Ну, я смотри, я стою, получается, вот где-то вот здесь. И на меня бывает эта штука, короче, стреляет он мне.
Есть смысл куда-то, ну, там, бежать, отворачиваться? Ну, можешь бежать на 6. У нас все лучи на 6 часов от босса. Ну, под жопу ему. А, ну ладно, давай, ну. Это такая-то хорошая привычка всем. Угу, окей. Не, просто там все равно никто типа не стоит. А, да, смайл. Логики писать неудобно. Так он же в тестке. Но у него комп отдельно от логики стоит. Да-да-да, я буду в ДПС. Сделай, он что, у него 235-я пушка. Просто берс надо оставлять и все. Я просто не знал про берс, ну, я не туда, короче, его заюзал. Вот, Леша, смотри, без берса там, типа, ну... Разбить, ну, сложно, я не знаю, там может надо одетым быть или еще какой-то дзен, смотри, знать, но без берса сложно разбивать. Разбить, это желательно Vengeance нажать, и желательно, чтобы был подготовлен этот Шторм Зай. Ну, короче, можно зашквариться, конечно, да, сделать, как сказал человек, там, Vengeance, там, Шторм Зай и все такое, ну, а можно, ну, берс просто сохранить, то есть в первой, ну, в первом сетапе, да, то есть тебе только... Один раз берс понадобится, это чтобы развалить ДПС клетку. То есть танковская клетка, она вообще там чуть ли не на фейс-роли. Чуть ли не на фейс-роли убивается. Я просто на танкоклетку берс заюзал. Вот. То есть мне не хватило там буквально, ну вот, там, не знаю, 1000. То есть у меня как раз будет ДПС клетки и релиз, и берс, ну, то есть 40 надо. Ну, могу даже попробовать, короче, как там у Миха говорит, штормай подготовить. Ну, это и... если повезет, и моб заспавнится рядом. А если моб заспавнится не рядом, ты же не побежишь с этой ниткой через пол арены. Ну да. Не, ну мне повезло, да, в прошлый раз. То есть я мог это сделать. Ну да, там типа, кстати, и бегать нужно, и вот и ждать вот эти все преи, нитки, как бы тоже там немножко распрыжившись, они в кучу стоят. Чё там? Тебя же. Ну, по идее, с двух фелклинов должен сдохнуть. Да ты убьешь его с берсом. В твоем гире, если... А, еще, Леш, смотри, вот такой на клетку, ты можешь как бы камеру сделать совсем сверху и спамить тап, потому что так легче выбрать цель сразу же. Потому что ты же не знаешь, в каком углу она заспавнится. Ну да. Ну смотри, у меня на панкоклетке... Валик, наверное, облизывается там сидит. Какие фриты забыл? А нет. Так, с Рентфора зависал. О, а на 7 уже не хватает такого. О, сейчас вроде все четко сделал. Птичка сразу сняла с меня эту штуку. Хиляй смайлы, короче. И тихого. А, мы, наверное, не так бегаем, да, Барри? Я не знаю, как ты... Но ты, он как бы на тебя там был, потому что Барри был упал. Ну я ракал, чё-то. Да, ничего, это сложно, не знаю. Мне надо пройти. ДПС, клетки. Так, я в центр, да? Нет, нет. А, я не сыграл. А, кому Брей перед... А, ну окей, значит я сам лечу. Так, здесь берса, да, разваливают вот? Да, здесь берс нужен. А, нужен? Да, нужен, нужен. Он у тебя в тактике где-то, но... Подлог. На 6 секундах.
На кого глок? На чего глок, а? Подлок. Подлок, а не глок. А, подлок. Слово падла. Не адла. Так, все убил, короче. А потом Вася там идет. Идет. Ну чё, как он стоит по дебильному? Ну, в центре. Там его вес поставил. Я его не бью. Да, кажется, вышел. Товарищи! Ай. Это было больно. Так, беги куда-нибудь не очень далеко. Ай, я сейчас взорвусь. Да, я блокнул, что я полечу в танке, нет. Это моя мечта. У самонера каждый ответ. Нас тут уже трое сдохло. Да ничего сейчас. Делаю. Так. Всё, 11% снесли, намек, мы зло. Почти 20. Моя, моя математика хромает. Чё, блин, как... гринтору в танке клетки? Есть, есть, есть! Я знаю, на одной классе 64 клетки. Я доволен. А есть смысл что-то прожимать или мы ложимся? Да, ложимся. Всё. Серьёзно. Ну я, короче, пытался там тоже сделать. Даже 13%. 23. Да, блядь, что за херня? Всё, тихо, спокойно. А сколько раних стаков конбастер? От 4 до 6, по-моему. Смотри, Миш, короче, ты будешь в хиловскую летать, в танковскую тогда. А смотри, а еще тебя, Барри, нужно в эту. В кастерскую. В кастерскую? Да. Ну там уже другой наборчик. А, ну получается тогда кого будем? Алекса или нет? Не-не-не, смотри. Короче, с целью ДПСа будем отправлять меня в кастерскую. Я ничего не понимаю, о чём-то. Это у нас уже свои загоны. Ну, кастерскую на танке, наверное, не сделать. А там сало вот. DC, там только обилы, наверное, можно взять. Да, да там дело не в этом. Там 90% физикал митигейт у него. А, стоп, это фиолетовый там, это, короче, сало висит. А как вы не ярлык немножко? 3 секунды раньше, да? Да пофиг. Ах ты, блин. Впервые эти круги не подо мной, я даже в шоке, если честно. У нас потому что очень много инжей. Я уже спринт начал прожимать в начале файта, чтобы сразу из-под них убежать. Ох, когда-то было эмо. Ой-ой-ой-ой-ой. Всё, дос. Ааа, блядь. Я убью! Блять! Что ложится? Да я, блин, как в этой хуйне стоять просто. Я бы не успел вообще никак. Нет, почему меня так? Такой мелкий говнюк и расстреливает нас. О, отлично, нет. я в клетку. Дай, 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 дай. Нет, моя, я ее сейчас убью. Нет. 24 тысячи мне плюхнуло.
А, если я с тизером, и босс меня хочет забрать, он это и больно допуляет. Вот смотри, он на шипах больно, если ты бомбочки получишь. Там же бомба это если взрывается, да, она тебе тоже какой-то дебаф прокладывает. Мэджик резист понижает очень жестко. Грубо говоря, поднимите, а любой мэджик урон просто ваншотит. Ну там 100 с чем-то тысяч влетело, короче. А у тебя тоже рейджинги, да? Мы с тобой хп одинаково. Слушай, а может здесь тоже шипов лишнее? Да, здесь тоже можно шипов, кстати, лишнее. Мы с Ринторусом что-то там пробовали как-то, вот, потом забили. Так, такое слева, пати. Будет танка клетка, да? Нет, ДПС стоит. Вот в центр. Да опять на рынке дерьмом убило. О, моя мечта исполнится. Ха-ха-ха. Вы отпите вообще. Ну и что, там 3 дизастер только какой-нибудь. И все. Бейте эту сифиличку. Ну не давай, давай, давай. Охватать, охватать. 8%, чёрт. Что за химия? Блин, Ник, короче, я второй раз сдох от этого. Я, короче, поторопил, а не? Лёш, смотри, ты, короче, паникуешь. Ай! Он когда взлетает, короче, он мне какой-то, блин, это... Смотри, смайлфан. Лёш, стой с другой стороны, короче, смайлфан относит бомбу недалеко, а... Ай. Край, и тебя, скорее всего, не задевает, а дебаф лёшится. Просто встань с другой стороны, там его бомба. Что за пластилин в центре? Что за поле? С кастерской клетки. Что за пластилин в центре? Короче, его может просто задевать с моей бомбы. Я могу ее, ну я могу ее дальше ставить, но я просто ставлю пластилин. Так, чтобы она типа оставалась на платформе, то есть не на шипе, а на платформе, чтобы ну, успеть прыгнуть обратно на босс. Вот попробуй стать не справа от босса, а слева. Да, Леш, давай, давай слева. Короче, вот тут дым встанут. Угу. Только потом придет второй милишник и тоже там будет встать. Можешь вообще на танка встать? Ну, да, вообще... босс вообще не пивает. Ну, вообще могу на танк встать, да.
смотри, как ты можешь сделать вот танк тайм, например, на 12 часах, да, ага. А видишь, на 3 часах или на 11 часах 2 квадратика. Можешь, когда вот у вас будет 2 милика, просто относить бомбу или верхний левый, или верхний правый квадратик. Ну, это милики, даже не он относить. Нет, я имею в виду, что когда с левой стороны будет стоять 1 милик, с правой стороны будет стоять 2 милик, да? То есть 1 милик будет ставить бомбу на 9 часов на этом кружке, да, вот на котором мы сейчас стоим. Второй на 3 часа, да, ты можешь за танка стоять в анимации мейн танка, да, прямо перед мордой босса. А когда у тебя появится бомба, ты можешь отнести в верхний левый или верхний правый квадратик. Угу. То есть я имею в виду про тот момент, когда падает 5 бомб. А, ну это я понял. Угу. Не, верхний левый занят. Он верхний правый относит и все. А ну, слева от босса, да? Раньше. Это что за... Ой, меня какой-то фигня размазал. Вам бегать надо было. Димиша, тебе сразу на поле жмешь, чтобы типа вселенная его сняла? Я жал его сразу на поле, чтобы он у меня отходящий сюда время. А. Окей. Да, я поздно возьму, всё. Ну, сейчас, совсем не сейчас, сейчас я не использую верхние клетки. Жрался. Да, я теперь вот так. Так, я выбираю тигр. А, нет. Нет, ты центр. Леша, отойди от босса. А это мне... Давай, беги. Беги. Там. Так, ну вот этот танк отлегший. Да, несколько дальше. Ну, то есть защитный, где защитный? Следующая клетка, значит, будет кастер и ДПС. Кастер или решил? Кастер. Так, я, значит, тизер выберу. Да. Нерс оставь. Нерс есть, всё. Ну, вот и здесь хоть бы вот такая, такой бой, что только нерс постоянно по-разному уезжается. Проходим, на зум-зум отходить и ловишь вот этот красный дебафчик. А почему меня размазало? 83 тысячи, это за что? Чего? Я дамажить должен, что с ума сошли, что ли? Подождите, а почему размазало? На мне был проект. Тебя, наверное, задело чем-то. Задело. Бомбы. Так, ну все, я, короче, убил этого. И чё? Давай, долги. Инфернус. Инфернус себя на охоту себя что проверяет. Низ. Низ. Пал. Пал. Она ещё хилится? Да, она хилится, если я долго не убьёт. Его у меня? Сколько у тебя курица? 155. Ууу. Это даже... Мне опять мало. Костя. Сколько? 555? Да. Да, или опять это норм. У меня 585. Без жачки. Для 7 вроде 90, 59. Костя. Ну, блин, ну, астрологу Акуроси мелзит это так себе, конечно, удовольствие. Да нормально. Зато я малефиками не мажу.
Почти не мажу. Нет, для А5 это нормально, для А6 уже не хватает. Ну вроде, надо посмотреть по фарсе. Для А5 это 50 надо там. Для 555 или сколько нет. Очень-очень мало мисли будет. Ай, надо же подсказать. Ну там фигня, там надо захиливать, когда два стака еще. Да? Молнии висит. Ты что хилишь-то раньше? Только собрался тут давать. У меня уже центр. Нифига, ну ты тоже центр. Стопцы, что А? А дай нитку. Нитка на поле. Я еще нитку должен взять. Нитка. А, я бегу. Я не успел. А, у меня нитка. Ну нитка. Интересно, дед. Сейчас кого-то не вижу. Встань на зелененькую, входит. Да. Привет, Налик. До свидания, Налик. Больно. Блять. Вот куда полетел, да? Ну все, меня, короче, запихали они в эту. В лидерскую. Не термос, а чё ты со мной полетел? Да я побежал за ниткой. И в общем, и к тебе вернулся. Бля, кританул 20 тысяч. Короче, смотри, Мик, я в танкоклетке, получается, жму Legends, стрим. Ну, и что-нибудь еще, да? А больше не будет. Ну, Farsight, Bloodbath. Farsight, Bloodbath, Street, Thrill, Second Wind. Все, что можно. Ну, в общем, там еда, все правильно. Ну, видишь, я не знаю, как вы будете танковать весь бой. У нас, ты видишь, валит, примерно, в момента все он тэшит. Кроме какого момента там, где ну, когда слабо, ты... Понял? Ну... Или когда ты провочишь, чтобы луч ловить? Ну, провочат там тоже, да. На 3 секунды, короче. Не, ну я же кушаю один танкбастер всё-таки. Иди про... Я, ну да. Ой, да чё, он кушает тоже, по-моему, один танбастер без холовида. Валикс танкует тоже. Он два танбастера с холовидом. А, и два с кадешками, ну ладно. Ты знаешь, как кидать. Сам себя. Да не надо меня стрелять. Да. Я тоже так думаю. Ай. Так, я в центр, да? Лёш, быстрее.
Мне ж ничего не надо брать. Так, это танков заставил. Тебе надо всего лишь на шкалера бегончики. Ну уже поздно. Хотя ладно, так хил не работает вообще. Ну, регенчик в снапшоте. В снапшоте не работают уже, почему нет? Я как же больно меня долбит. Ну и ты на себя тоже можешь типа реген вешать до того, как улетишь. А купол и прочие обилы, там Divinity, Infinity, они типа паш. Там индой можно захилять. Ну, сквозь стенку. Куда они тут долго? Осторожно, не упал. Так, чё я тут выбираю? Тизер? ББ? Да. Кирпич? У меня нету. Вселена летит! Главное, замок сломается. Ну я типа Вселену ставлю, чтобы она хиляла, пока эта фигня кусается. Так че еще ты меня откатал, блин? Это куда это? Блять, кот тебя догнал. Как? Я. Писа. Пить уже 29. Или 19. Осип! Смотри, короче, Инфернус, после вот этой хуйни сейчас будет на одном из хилов метка. И этот хил должен убежать в жопу мира ото всех. И чтобы никого не задело, сейчас лучом. Ты что? Впрочем, у нас обычно да, вот босс, допустим, вот тут вот. Ну тут босс, тут МТ. Короче, хил бежит в эту клетку свободную, забивается в угол, короче. Подожди, я ничего не понял. А, ты в жопе мира лежишь и не видишь. Сейчас покажу. Вы что-то говорите, а я ничего не понимаю. Ну да, я побежал, куда глаза глядят. Короче, Ифрит экстримом бил. Ну да. Вот, ну, там, типа, ото всех убежать, чтобы эта хрень. Да, только эта хуйня, она еще типа лучом, короче, бьет. И вот все, кто в луч попадет, тот типа этот, короче, получает Сиринквинд. Короче, вот смотри. Сейчас покажу. Вот, короче, Селена это босс. Я МТ. Да. Вот, блять, надо ее поставить, там бегает дура. Вот, короче, все тут где-то тусуют. Вот тут где-то. Хил бежит вот сюда. Вот, тут он ловит эту шнягу. И, ну, короче, можно стоять в углу, там, типа, танка подхиливать, там, эти малефики, хуефики в сердце кидать, короче. И шарик в тебя не попадет. Он будет кататься, он может где-нибудь куда-нибудь сюда вот врезаться, но по тебе он не попадет, если ты прямо в углу будешь стоять. Так стоп, ты же сказал в жопу мира, а теперь говоришь, что здесь вся пати, а там я. Ну, короче, тут сердце вылазит, например, короче, и танк с котом уходит. Вот. А, потому что. А я остаюсь здесь. То есть они будут там. Ну просто что соль смотрю, в том, да? Что вот ты если будешь стоять в углу, то Сиринг будет своими волнами где-то вот в таком вот радиусе да убить. И будет хп у всех там снижать. Ну, примерно как клетка. Я бы не сказал, что поменьше там приличный. Ладно, ну, давай, иди, ты бафай, я протачу. Я ни хера все равно не понял. Лёш, заново.
Ну вот. Раньше. О, так это. Учитесь хотя бы. Ай. Сейчас одна секунда ждать. Как я обожаю блок. А не, не. Это что на пуле с Фредом давался? Первый луч у него влетает. А, это макрос, да? Ну типа показал, что я под жопой. Так, на мне прыгай, короче. Все, стой в центре. В центре? Отдай, отдай прыгай. Уходи, уходи. Да. Кому? Во-во-во, все, все, все. Не паникуйте, меньше нет. Пипец. Лена Госполкер. Взяла и зашла. Тихо, тихо. Начинаю двоих. Да подожди, живи, блин. А-а-а. Так, Ника, на инферности, я в центр забыл. Чуть-чуть жирнее. Так, я в панка для тебя, правильно, чё? Прыг. А, так, я. Там, блядь, 5 человек полетело. Мы сейчас тут 10-ром улетим. Да, молодцы. Хватит, блин. Как вам там? Немного будет тесно. Тут два херов. Что за гвардия на нас выдвинула? Это что за батальон? Такой я не понял, что это было. Ну, Холли, ты должен... На тебе был прей, ты должен был мне прей передать. Молодец. Ну да, ты через центр должен был пробежать через Намика. Ну, у меня первый раз от Прей. Просто первый. Ну как Прей на Раване передается, знаешь, через человека пробежал и все. Да я тебе не про это говорю, я про курсы, то что не видел, что мне Прей, я не смотрел за этим. Да я еще. Ну вот, будешь теперь смотреть. Ну просто теперь понятно. Там и Сизл Спарк, то есть Сизл Бим может тоже на МТ быть. И тогда что делать? Ну тогда ничего, тогда хил будет потеть. На самом деле, тогда все нормально. Потом танки. Не надо ничего нажимать, пускай хил потеет. Идите нафиг. Причем мы тебя болим. Смотри, что могу. Короче, а что две-то танкостойки-то, ребята? А? Даша, ты-то что в то. А, у Даша понятно. Или у меня блок кидает. Ну блин! Леша, может, просто страшно. Стойка. А, я верс не продал, ладно. Что не жив? Ну, я понимаю. Короче, не буду бить, буду хилять. А мне что делать? Тоже хиляй. Может, мне тоже? Давай ты хиляй, что там физики есть. Нормально. Можешь куру взять. А нет, не можешь.
А ты можешь хватит свои индивидуальности делать. Может там этим бордам когда-нибудь в 4.0 дадут этот сонг как в квестах каких-то там по классовых, типа регенчик. Ну не 50 там, побольше. Алик! Миша! Чао. Боже, как же сложно без лоры-то в этой клетке стоять. Блять, я ему налью за это. Стоп, а чё на себя этот... Как его... ВХМ может... У него ж ничего нет. Реген на себе... Ну... Но это до. Лор, а, короче, а он кидает на себя. Ну чё, Лора кидает на себя реген, и Стом скинется, и они там даже тики некоторые могут не снять. Потому что у него хп вагонище. Это чё-то так сильно. У него в 35 в статах ещё. Да они не выберут с номером. Так, на мне кидит всё. ХП выберёт. Я беру всё. Ловите ЙОС! Замочек сломаете, пожалуйста. Ну, я понимаю. Это так. Вдруг отрезаешь. Да-да-да. Чем мне хочется именно в таком варианте? Я как-то еще не дошел до этого. Я на спринте привык пока что. Ой. Не ты. Так, я тут ничего не должен сделать. Кошку убей. Ну, кошку сердечко. Какой ухо мне тут стрелять? Камера. А, я не накручу не так, бля. Бля, товарищи, меня зажали. Ай. 24 как и 25 отсюда. Блин, ну я рыжу. Ой, месяцком бьет. Вот, 31. И один. Так, чё не люблю? Аж 32. Я чё убил? Ну, наверное. Скорее всего, то, что в этом рейде убивает 95% людей, тебя шаром прищемило. Нет, я стоял далеко. Нет, да. Хват шарами, просто 24. Как крутом мне написано. Не простым дамагом крутом. И мне починиться надо, у меня 0. Блять, я это от инферно сождал почему-то. У меня камеш. Ага. Что, может закончим тогда уж? Да, наверное, да, на все. Я не знаю, как хотите. Я какое бы еще... закончили, вы чё? Я только... Я только-только стал понимать, каково это ходить за Милика во всем. Вы чё, блин, с чем вздумали? Да. Ну, я бы еще походил. Не, я пошел, мне надо одну сосиску до маунта еще нафармить. Я бы тоже уже. Не, ну тогда все. Спасибо, ребят, что помогли. Чаос. User disconnected from your channel. Всем да, удачи. Я дойду тогда, пока что. Ты сейчас мне что делать-то будешь? Так не знаю, что. Disconnected.